Друзья, хочется поделиться с вами воплощением идеи, которая пришла к нам месяц назад во время нашего путешествия по Индии. В этом году Украинская Федерация Йоги празднует свой юбилей, 10 лет. В связи с этим мы попросили учеников, друзей, знакомых, путешественников со всего мира сделать фотографии, небольшие видеоролики с десяткой на фоне разнообразных знаменитых архитектурных памятников, сооружений, просто красивых мест. Мы кинули клич, люди отозвались и начали собирать фотографии. Хотелось очень Биг Бен и Венеция. Мне вообще хотелось Венеция. Вот изначально. Писающий мальчик. Вот он, друзья. Новая земля. Честно, это слово. Я вот его собираюсь выучить. Есть триангулята. Триангулята. Очень приятное ощущение нас посещало с каждой новой фотографией, которую мы очень хотим передать вам. Это состояние сопричастности, понимания и чувствования, как много людей, как много друзей путешествуют сейчас в мире. Итак, друзья, мы умываем руки и желаем вам и дальше поздравлять на протяжении целого года Украинскую Федерацию Йоги с ее праздником.